Ну сейчас, я журналист, дайте мне вот коряку снять. Вам врач прописал, что вы хотите или лечить? Правильно, если не хотите, а если не хотите, тогда задается вопрос. Значит, вы сами хотите. Правильно. Это право відповідно до законодавства про охорону здоров'я. Але для того, щоб врач зробив, якщо діагноз, що ви врача полічити виборочно наша мать допускає, виборочно не допускає. Почему так? Его не так. Заказывали эти дела. Все подозреваемые подчиняются. Вы скажите, какой осужденной колонии Катчановской лечится у немецкого врача? Вы можете себе позволить? Скажите. Вы можете? Вы же говорите о равенстве. Вы можете позволить себе немецкого врача? Вы можете? Вы сейчас рассуждаете. Вы, не говоря про осужденных Катчановской колонии. Вы сейчас замечательно. Правильно. А вы одиноки, ставите выше принято. А я не могу. И выше принято. А я не могу. До свидания. Я не могу. Он вам интересен. Если бы там Муромов стал уже премьер-министра, то есть плохого, но бывшего. Защиты, и только прокуратура выбегает. В данном случае... До свидания. Сейчас, секунду. Интервью 200.